Свадебный сезон уже в разгаре, и у молодоженов начались приятные свадебные хлопоты. Во время примерки платьев радость невест не передать словами. Эмоции зашкаливают, ведь главная задача салона – помочь выбрать платье мечты. Платьев много, очень все красивые, эксклюзивные, дизайнерские. И когда одеваешь именно, находишь свое платье, ты его обязательно почувствуешь. А платье искала, наверное, месяца 2-3, ходила на различные показы, в Ульяновске проходили. Вот. И конкретно платье, которое я выбрала, с которым я определилась, я увидела его на показе. В этом сезоне в моду вернулись кружева. На свадебных платьях можно увидеть цветы во всех их проявлениях. Как утверждают сами продавцы, цены на главный свадебный атрибут невесты выросли не намного. Стоимость платьев начинается от 10 тысяч рублей. В свадебных салонах можно найти платья на любой вкус. В наличии есть как и бюджетные варианты, так и более дорогие. Что касается самих свадебных мероприятий. Несмотря на увеличение цен, количество невест не уменьшилось, а даже увеличилось. Пожалуй, вопрос бюджета самый непростой в подготовке к свадьбе. Цифры меняются в зависимости от сезона, локации, пожеланий. Помимо желания приобрести стильное платье и смокинг, хочется организовать торжество на красивой и украшенной площадке. Именно с такими запросами они приходят к свадебным организаторам. Мы помогаем, если это касается свадеб, то молодоженам с самого начала и до самого конца. То есть мы оптимизируем бюджет, помогаем им в выборе концепции и все, что связано с свадьбой. Мы подсказываем, куда можно потратить деньги, а куда их лучше не тратить. И, естественно, мы облегчаем их свадебный день. По статистике, в среднем на свадьбу в Ульяновской области молодожены тратят около 700 тысяч рублей из расчета на 40-50 гостей. Рост цен на аренду ресторана, украшения, свадебные образы выросли из-за курса валют. Подорожала и логистика. Цены на услуги свадебных организаторов, как они сами признаются, выросли не сильно. Одни подрядчики берут за свою работу фиксированную сумму, другие же перешли на проценты от общего бюджета свадьбы. Организаторы помогут молодоженам подобрать нужную площадку и специалистов, уложиться в бюджет и не беспокоиться о бытовых вопросах в день X. То есть мы можем сказать, не на любой можно бюджет сделать свадьбу. Если вы хотите сделать свадьбу красиво и ту, о которой мечтали, все-таки это нужна определенная цена. Каждая свадьба, каждое мероприятие – это индивидуально. У кого-то, у пары есть акцент на площадку, да, то есть, соответственно, там бюджет будет другой. У кого-то акцент на декор. Главная задача в такой ситуации – удержать баланс. Все должно выглядеть красиво и качественно. Главное – определиться со стилем свадьбы и найти хороших подрядчиков. Елизавета Антонова, Александр Кудряшов, Ульправда ТВ.